Здравствуйте, меня зовут Фиськова Инна Анатольевна. Я преподаватель колледжа строительной индустрии городского хозяйства, преподаватель информатики. Мы с вами сегодня прослушаем лекцию, которая называется «Программное обеспечение ПК». Мы познакомимся с основными видами программного обеспечения и с основными понятиями программных продуктов. Итак, начнем. Программное обеспечение ПК. Когда мы говорим о программном обеспечении компьютера, то прежде всего мы должны с вами понимать, что такое компьютер. Говоря слово «компьютер», мы представляем набор тех аппаратных средств, которые мы привыкли также называть устройствами, то есть те устройства, которые мы видим. Это основной набор устройств – системный блок, это монитор, мышь и клавиатура. Но мы также прекрасно понимаем, что без программных продуктов аппаратное обеспечение представляет собой только набор железа. Поэтому неотъемлемой частью компьютера должно являться также программное обеспечение. И говоря об этом, мы можем составить формулу, которая представляет собой следующее. Компьютер – это есть аппаратное обеспечение плюс программное обеспечение. Сегодня мы остановимся с вами, как я уже говорила, на программном обеспечении компьютера. Что же такое программное обеспечение? Это есть совокупность программ, хранящихся во внешней памяти компьютера в виде файлов и предназначенных для выполнения электронными системами. А что же такое программа? Программа – это есть упорядоченная последовательность команд, которая выполняет компьютер, решая определенные задачи. И что же такое команда для компьютера? Команда – это есть описание операции, которую должен выполнить компьютер. Это основные понятия. Перейдем теперь к классификации программного обеспечения. Первой неотъемлемой частью программного обеспечения является системное программное обеспечение. Что же это за программы? Это есть совокупность программ и программных комплексов для обеспечения работы компьютеров и сетей ЭВМ. Следующая группа программ – это прикладное программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение представляет собой взаимосвязанные программы для решения задач определенного класса конкретной предметной области. Это самая большая группа программных продуктов. И третий вид программного обеспечения – это инструментарий технологий программирования. Инструментарий технологий программирования – это те программы, которыми пользуются непосредственно люди, составляющие программы, которыми потом пользуемся в системном программном обеспечении и прикладным программным обеспечением. Значит, это совокупность программ и программных комплексов, обеспечивающих технологию разработки, отладки и внедрения создаваемых программных продуктов. Надо сказать следующее, что то программное обеспечение, которое мы с вами устанавливаем на наш компьютер, оно должно быть непосредственно связано с теми возможностями аппаратных средств, которые есть в нашей системе. Поэтому взаимосвязь должна быть аппаратных и программных продуктов. Поговорим теперь конкретно о каждой области программного обеспечения. На какие же виды делится системное программное обеспечение? Прежде всего, это базовое программное обеспечение. Следующей частью системного программного обеспечения является сервисное программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение, в свою очередь, делится на программы общего назначения, программы специального назначения и программы профессионального назначения. Инструментарий технологий программирования – это есть средства для создания приложений, а приложения – это конкретные прикладные программы.
и также средства для создания информационных систем. Базовое программное обеспечение. Это есть один из видов системного программного обеспечения. И это есть минимальный набор программных средств, обеспечивающих работу компьютера. И одной из главных программ этого обеспечения является операционная система. Что же такое операционная система? Это набор программ, которые управляют работой аппаратуры, обеспечивают взаимодействие программ с внешними устройствами и друг с другом и, естественно, организуют диалог с пользователем. Операционная система – это основная программа, которая должна быть обязательно установлена на нашем компьютере и без которой выполнение каких-либо действий в нашей системе невозможно. Это первая программа, которая загружается с жесткого диска в оперативную память. Она обеспечивает работу всех устройств. Эта программа обеспечивает работу всех программ, а также работу с файлами, хранящимися на наших носителях. Вместе с операционной системой обязательно в нашем компьютере должны быть установлены программы, которые называются драйверами. Драйвер – это программа, которая поставляется вместе с внешним устройством, которое мы подключаем к нашему компьютеру. И для того, чтобы работала наша система слаженно, и для того, чтобы внешнее устройство работало так, как нам хотелось бы, нам обязательно надо установить эту небольшую программу. Операционные системы бывают различных видов. Прежде всего, это делятся операционные системы на различные виды по задачности. Бывают однозадачные и многозадачные операционные системы. Что значит однозадачная операционная система? Это значит, что на данный момент времени система может работать только с одной программой. Мы можем либо создавать документ текстовый, либо работать с музыкой. Одновременно работа с различными программами невозможно в однозадачных операционных системах. Примером однозадачной операционной системы служит система MS-DOS. Эта система была создана корпорацией Microsoft в 1981 году. Многозадачные операционные системы – это различные версии Windows, которые получились благодаря развитию, естественно, аппаратных средств и развитию предшественницы – это операционные системы MS-DOS. Сейчас распространены операционные системы Windows XP. И эти операционные системы являются многозадачными. То есть мы можем одновременно работать в нескольких программах, не закрывая предыдущие программы. То есть работать с документами, одновременно мы можем слушать музыку, одновременно мы можем вести переписку с друзьями через интернет. Далее, следующая группа программ – это одна- и многопользовательские системы. Сами названия говорят за себя. То есть это возможность работать одному пользователю, либо многим пользователям. И далее операционная система, которая позволяет работать в сети. Сетевые операционные системы. Это комплекс программ, обеспечивающих обработку, передачу и хранение данных в сети. Для однозадачных операционных систем существуют программы, которые называются операционные оболочки. Операционная оболочка – это специальная программа, которая предназначена для облегчения общения пользователя с командами операционной системы. Операционные оболочки были распространены при работе с операционной системой MS-DOS. Примерами операционных оболочек служат операционные оболочки, имеющие текстовый и графический интерфейс. Значит, и в данном случае вы видите Norton Commander, Volkov Commander. Это текстовые оболочки, поддерживающие текстовый интерфейс, и графические оболочки. Первые версии Windows – это как раз были графические оболочки. Современная программа, которая
позволяет нам представить работу в операционной оболочке, это есть файловые менеджеры, которые поддерживают текстовый интерфейс. Значит, и сейчас вы видите на экранах название программ, которые как раз являются файловыми менеджерами и облегчают работу пользователя с операционной системой. Следующий вид системного программного обеспечения – это сервисное программное обеспечение. И понятно, что сервисное программное обеспечение позволяет нам, выполнить какие-то действия, помочь нашей операционной системе. Итак, это программы и программные комплексы, которые расширяют возможности базового программного обеспечения и организуют более удобную среду для работы пользователя. Эти небольшие программы также называются утилитами. Что же это за программы? Прежде всего, это программы диагностики работоспособности компьютера, то есть программы, которые позволяют нам исправлять небольшие ошибки в нашей системе и позволяют определять эти ошибки. Следующий вид программного обеспечения – это антивирусные программы. Антивирусные программы позволяют нам обнаружить и вовремя предотвратить проникновение вирусов, программ вирусов в нашу систему. Программы обслуживания дисков. Они помогают нам также работать с дисками для того, чтобы не было сбоев в нашей системе. Программы архивирования данных. Программы, которые позволяют сжимать информацию, которые позволяют уменьшать место, занимаемое файлами на дисках. И следующие – программы обслуживания сети. Следующая группа программного обеспечения – это программное обеспечение общего назначения. Это программы, относящиеся к прикладному программному обеспечению. И прежде всего это текстовые процессоры. Текстовые процессоры используются для создания и работы с текстовыми документами, позволяют автоматически форматировать документы, позволяют выполнять вставки графических объектов и рисунков, позволяют создавать оглавления и указатели и тому подобное. То есть различная работа с документами. Следующая группа программ – это графические редакторы. Графические редакторы, естественно, позволяют работать нам с изображениями, создавать, обрабатывать и хранить графические изображения. Следующий вид программного обеспечения – это издательские системы. Издательские системы – это программы, которые соединяют в себе возможности текстовых и графических редакторов, обладают развитыми возможностями по формированию полос с графическими материалами и последующим выводом на печать. Табличные процессоры. Табличные процессоры – это удобная среда для вычислений, содержит средства деловой графики, позволяет выполнять статистическую обработку данных и тому подобное. Следующий вид программ, относящихся к этому виду, это средства презентационной графики. Это специализированные программы, предназначенные для создания изображений и их показа на экране, подготовки слайд-фильмов, мультфильмов, видеофильмов, их редактирования, определения порядка следования изображений. Следующий вид программ – это система управления базами данных. Это программное обеспечение необходимо для создания, обработки и вывода различных баз данных. Также интегрированные пакеты. Интегрированные пакеты программ – это набор нескольких программных продуктов, функционально дополняющих друг друга, поддерживающих единые информационные технологии. Если приводить примеры по каждому из видов программ, относящихся к этому программному обеспечению, то можно представить одним продуктом – это интегрированный пакет Microsoft Office. Пользуясь этим пакетом, мы можем найти примеры для каждого вида программных средств этого программного обеспечения.
Это текстовый процессор, это издательские системы, графический редактор, это средства презентационной графики, табличный процессор и система управления базами данных. Все программы пакета Microsoft Office поддерживают единый интерфейс и позволяют пользователю удобно и быстро работать с документами, созданными в различных программных продуктах. Следующий вид прикладного программного обеспечения – это программное обеспечение специального назначения. Это программное обеспечение соответствует авторские системы. Авторские системы – это специальные программы, системы целевого назначения для специалистов в некоторой предметной области. Примерами могут служить различные тестовые системы, различные программы, позволяющие ввести образовательный процесс. Это системы мультимедиа. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих человеку общаться с компьютером, используя самые разные естественные для себя среды – видео, графику, тексты, анимацию и так далее. Также к этому программному обеспечению относятся системы искусственного интеллекта. Это класс программных продуктов, реализующих отдельные функции интеллекта человека. Следующая группа программ – это прикладное программное обеспечение профессионального назначения. Относится к этому виду программ автоматизированное рабочее место. То есть это программы, которые позволяют человеку работать, выполнять определенные профессиональные функции с использованием различных автоматизированных систем. Это автоматизированное проектирование, система автоматизированного проектирования. Это программы, которые позволяют составлять различные чертежи, различные схемы, демонстрировать эти схемы и создавать проекты, используя компьютерные технологии. Автоматизированные системы научных исследований. Это программные продукты, которые позволяют создавать различные условия при помощи автоматизированных средств, способствующих проведению различных лабораторных исследований. Автоматизированная система управления. Понятно, что эти программы позволяют управлять процессами, позволяют управлять производствами с использованием различных компьютерных технологий. И системы телекоммуникаций, без которых наша сегодняшняя жизнь, в общем-то, невозможна. Итак, мы с вами сегодня посмотрели, прослушали лекцию по программному обеспечению ПК, коснулись основных моментов, связанных с понятием программное обеспечение. Мы рассмотрели классификацию программных продуктов и посмотрели основные виды программ, которые относятся к различным видам программного обеспечения. Спасибо за внимание. До свидания.